Любите Лэнша Рабиба, любите. Надеюсь, я вам подарил детство. Блять, меня никто не смотрит. Вот серьезно отвечаю. Мне кажется, все, это последнее видео, все. Хотя нет, я снимаю видосы для себя, я снимаю чисто для себя. Если ты их будешь снимать для других, то не жди просмотры, не жди, Лэнша Рабиб, не жди, снимай только для себя. У меня же получалось! Ну и по... У меня что-то с мышкой произошло, я ее отпиздил. Подожди. Подожди. У меня там режим как-то переключился. Я случайно нажал на кнопку боковую на мышке, которая отвечает за смену оружия быстрого. У меня все плохо перестало получаться. А вот сейчас получается. Бля, это была проблема в мышке. Нахуй я так заморачивался? Так. Вот здесь вот нужно быть очень внимательным. Вот здесь вот прям сложно. Но не так сложно, как на той горе. Подожди, не спешим. Просто перехвачиваемся. Блять, просто перехватики. Это повезло, что, ну, тут чекпоинт. Я бы не выдержал такого. Постоянных этих проигрышей. А давай туда улетим. Хорошая идея, между прочим. А, сука, не пускает. Ну, правильно, молодец. Позаботились разрабы. Походу, это разраб тот же самый, что и создавал этот Getting Over It. Getting Over It, блин. Да, Getting Over It создавал он. Этот. Ты что делаешь? Бля, мне. Извиняюсь. Я вот сейчас включил функцию, которая отвечает, знаете за что? Вы видите это время в углу экрана? Это столько я провел в этой игре времени. Нахуй я это сделал? Не-не-не, я про то, что я перескочил туда. Можно же было вот тут по камушкам. Бля, да меня так серьезно смывает просто. Тут лучше перехватиться, лишний раз не помешает. Течение хорошее, поток хороший. Даже если падать, то лучше в эту сторону, лучше влево. Тихо-тихо, все, тише. Не будем сильно, прям уж. Подожди, все, спокойно. Сейчас начнется самое интересное. Нормально. Этот момент я знаю. Я в удаленном видео до него доходил. Вот. Здесь очень сложно мне было. Я почти выиграл. Я здесь не пойму логику. Куда нам идти? Судя по камням, нам нужно идти вниз. Правильно. Видос записывается, я проверял. Поэтому... Если я упаду, это уже будет не моя как бы вина, будет доказательство и тому подобное. Тихо, опасно. Может быть, не буду перехвачиваться. Блядь, тихо. Лучше перехватиться, друзья. Лучше вот так вот лишний раз. Лучше лишний раз перехватиться. Дай воды напиться. Дай перехватиться. Все, если мы сейчас упадем вниз, то это будет пиздец. Бля! Неужели у меня получилось? Вот, этого я боюсь. Ой, опасно. Этого я боюсь больше всего. Чтоб вы знали, моя рука настолько сильно напряжена. А знак можно? Все, спокойно. Лэнша Рабиб, такого больше не повторится. Сейчас будет второй чекпоинт. Ты справишься, все у тебя будет хорошо. Будь motivation. Motivation, dude. Yes! Yes, друзья! Я обожаю вас! У нас, если я дойду сейчас до того чекпоинта, то считайте, что я прошел игру. Просто не спешить. Просто цепляться за веточки. Обожаю этот... Блядь, это же ебучий! Опа! Ура, друзья мои любимые! Я прошел Getting Over It! Мужик в кувшине мне пиздит, а нет тут мужика!
О, тут сейчас начнется. Ну, можно не спешить. Чекпоинт охуенный. Все, ребят, проходим. Я очень рад. Вы не представляете, насколько я сейчас счастлив. После того, что у меня было, это самое лучшее. Так, тут, естественно, потренировать раздрочку нужно будет хорошо. Здесь я чувствую, что застряну надолго. А если я туда? Ой. Ну, прикольно, прикольно. Прикольно. А ну-ка. Это реально, я знаю, я знаю. А знаешь, что еще реально? Реально то, что здесь можно сделать вот так. Да. Либо это очень... Блять, либо это очень быстро нужно делать, либо... Сейчас, подожди. Не, ну это плохой вариант. Вот здесь вот будет сложно мне. Потому что я до сих пор не понимаю логику игры. Я не понимаю ее физики. Потому что мужик... Подожди, а если знаешь, как сделать? У меня есть одна идея такая. Конечно, она тупая, но... А как я это сделал? Ебать, а как я это сделал? Подожди, это работает же. Правильно? Правильно это работает. Вот, вот, видишь? Просто на В, надо нажимать и тянуться вверх. Я как кот, который чешу диван. У меня кот, короче, есть, который чешет диван. На нем обивка такая крутая, дорогая. А он, сука, все подрал. Да зацепись, братан. Нет, это тяжело, это будет очень тяжело. А можно управлять Д? Хоп. А если на пробел? А если на пробел? На В. А ну давай попробуем. Сейчас. В. В. Пробел. В. Пробел. В. Пробел. В. Пробел. В. Почти. Но тут уже не страшно, я спокоен. Даже если это будет продолжаться несколько часов, вот эта вот вся дрочь, то я за это не переживаю, потому что... Самое страшное мы уже преодолели. Для меня самое страшное это была как раз-таки та гора. Изи, просто изи. А вот тут вот будет пиздец. Пиздец, 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 пиздец. Пиздец, 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 пиздец. Пиздец, 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 пиздец. Вот это вот реально было опасно сейчас. Он же в любой момент мог туда... Ой, фух, 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 фух. Он же в любой момент мог туда упасть. Пиздец, 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 пиздец. Пиздец, 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 пиздец. Пиздец, 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 пиздец. Пиздец. Блять, я не так раскачался. Он же ж не умеет качаться. Да что ж такое-то? Что такое? Пиздец, 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 пиздец! Пиздец! Нет, он перекрутится, я это знал. А вот с шестеренкой там, конечно, сложно будет, потому что она меня может скинуть. И это факт. Вот здесь вот хорошо бы потренировать раскачку. Вот, уже неплохо, видишь? У нас почти получилось. Так, мы же цепляемся правильно, вот так? Ну, у меня просто места мало на столе. У меня комп стоит на столе. Ну, вот видишь, вот, все нормально, все в порядке. Все в порядке. Ну, не хватило, он просто... Надо как-то... Да. Реально, реально, здесь уже, здесь ничего сложного не будет. Самое сложное мы прошли, я по крайней мере надеюсь. Я, конечно, смотрел прохождение игры, но не до конца. Поэтому я не знаю, что будет дальше. Нет, я знаю, что там дальше начнется какой-то бассейн, там будет горка, потом еще выше там у нас будет... Кран, там грузы и вся прочая эта хуйня. Вот. Ну а в целом, что сказать? Можно натренировать скилл здесь вполне, а почему бы и нет?
Тем более, что можно, вот как раз я вижу выступ. Но он не дотянется, да. Проблемка. Угу. Угу. Мои нервы, ну, так, я что, спокоен, правильно? Бля, тут нужно В нажать было. Я нажал на нее. Нажал. Знаешь, если я даже буду падать, то не страшно. Почему? Потому что я смогу зацепиться за деревяшку одну. То есть уже не так сильно страшно будет. Бля. Ну вот эта локация мне уже, ну, мне уже нравится, вот серьезно. Да, если бы он еще не перекручивался, цены бы ему не было. Как бы я на месте мужика поступил? Я бы взял бы... Подожди, здесь физика такая же самая, как и у нас в реальности. Хоть это и тоже реальность, как бы вот этот вот мужик, это и есть реальность своеобразная, но... Если говорить про нашу планету, а не про планету мужика, которая существует в параллельной вселенной, ребят, кто не знал, то... Вполне возможно, да, вот. Что и требовалось доказать. Вот здесь вот начнется пиздец. Пиздец. А вот тут уже не так страшно. Блять. No, my! Бля, меня... Ну, давай хоть так, вот. Вот так вот хоть. Я не волнуюсь, потому что все терпимо. Как мы это делали так? Ну, практически. Но уже стало получаться. Уже какое-то достижение у нас, ребятки, с вами есть. Вот эти вот шестеренки самое сложное будет. А дальше просто будет изи. Так, еще раз. Как бы я поступил в реальности? Вот, допустим, я цепляюсь сюда. Вот сюда. Бля. Бля! Сука, мои руки просто хрящики с... болят после такого. Мне реально уже руки болят. Вот так вот я бы сделал раз. Да, вверх надо, вверх. Это 100%. То есть, получается, как тут его рука? Рука должна быть не вот так вот. Так, сейчас. Не вот так вот рука должна быть, не вот так. А именно, чтобы вот так. Вверх. То есть, мне нужно мышку поставить вот каким-то вот таким вот образом. Мышку нужно поставить, чтобы... Вверх, да, вот, я же говорю об этом. Я об этом как раз таки и говорю. Это реальность. Поехали. Удачи. Сука, ебаная ты хуйня! Ладно, тренируемся. Тренируем свой скилл. Главное, что мы вот в безопасности и все у нас хорошо. Попробуем еще раз, как бы я бы поступил на его месте. Вот. Ну почти, просто у меня не хватило раздрочки. Сейчас будет. Вверх! Нет, я мышку не так поставил. У меня это в прошлый раз получилось, между прочим. У меня что, получилось? Бля, а вот это вот уже было близко. Ничего. Даже если я упаду, я уже натренированный буду. Давай тут пока потренируемся. Ничего страшного, что мы падаем. Это к лучшему. Заодно тренируем свой скилл. Я опять мышку не так поставил. Нужно ее в самый край коврика ставить, эту мышку, чтобы хватило места на столе. Так. Ну тут не сложно. Вот тут, правда, он не всегда цепляется. Так, мышка у меня в самом краю. Так, ладно. Ну-ка. Ой. Ай, бля! Короче. Если что, то он просто подтягивается, тренирует свою силу. Ничего, он точит. Это я мышку разъебать хочу. Блять, мышка. Мышки даже года нету, она новая. А я уже ее разъебать хочу.
Как, какой же это кайф. Спасибо, ребят, за донаты. Вот, вот, вот. Там даже если 10 рублей. Хочу монетизацию подключить, кстати, и, возможно, рекламку. Вот. Ну, всем удачи, всем пока. С вами был Лучший Бой, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк. Если вам понравилась эта серия, в принципе, скучновато уже, да, стало. Я хочу завершить этот видос. Все-таки, надеюсь, в следующем видосе у нас получится. Получится нормально. А хотя, подожди, я же отснял всего лишь кусочек. Ладно, давай сейчас. Нет. Нужно чувствовать. Нужно прям очень хорошо это чувствовать. Первое видео уже опубликовал. Просмотров пока 4 штуки. Ну ладно, может быть еще актив будет. Но хотя вряд ли YouTube прорекомендует мое видео. Он же не любит это делать. Тем более, что я был в теневом бане. Донатик, ребят, у меня на каналчике есть, если что. Если хотите, можете кинуть монетку. Вот, donation alerts у меня там. Ссылка в описании, как говорится. Для более качественного контента. Не, ну реально, ребят, я буду стараться, может быть, превьюшки у меня будут симпатичнее. Вот. А пока минималистично будем стараться. Я вообще пока что не сильно, наверное, стараюсь. Вы, наверное, заметили, но все равно видосы получаются достаточно на профессиональном уровне. Так. Ой. Давай быстрее, пере... Ой, я дурак! Нет! А нет, все правильно. Бля, подожди, я сейчас научусь. Я не научусь. Научился. Стоп. Нет, как это? Это все. Это, походу, катастрофа. Я ж не справлюсь. Или справлюсь. А для лэнчера бима... Нет, ничего невозможного, между прочим. А может быть и есть. Ой, бля, как же я это ненавижу. Ладно. Я пытался. Ну, по крайней мере, игра хочет, чтобы мы неплохо так потренировали здесь. Я вот, как видите, уже лучше стал паркурить. Я очень этому рад. Вот, видите, я уже приловчился. Там просто, там не сложно. Там быстро нужно реагировать. Вот, видишь, я уже умею. Так, там быстро нужно реагировать. Там не сложно, просто изи. Звук этот напрягающий. Быстрее. Быстрее. Ну, неплохо. Можно. А вот дальше, конечно, там будет пиздец. То, что внизу сейчас, это еще цветочки, наверное. Ну, нуднятина. Игра не то, что... Она нудная игра, да, но интересная. Нудная и интересная. Вот. Я же говорю, уже не проблема, уже нормально. Так, настал тот момент истины. Ждем. Перецепляемся. Ближе к краюшку. Блять, я мышку не нажал. Шансов нету. А нет, шансы есть. Подожди, шансы есть. Прям краюшек. Есть. Ух, ребята. Есть. Вот дальше, конечно. У меня сейчас жесткий адреналин. Дальше я, наверное, так не смогу круто сделать. Ух, ребята, рисково. Ладно, друзья, давайте тогда уже продолжим следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока, подписывайтесь на мой канал. С вами был Лучший Бой. Всем удачи, всем пока. Ну, давай, ладно, подожди, еще один раз я попробую рискнуть. Может быть, у меня получится.
Ой, блядь. Ну, короче, ладно, все. Не получится. Пока.